Ярмарка выходного дня открылась в выставочном центре. Она неизменно пользуется популярностью у жителей и гостей города. В этот раз отечественные производители представили одежду для взрослых и детей. Большой выбор школьной формы. Трикотаж из города Великие Луки выбирают те, кто любит качество. Впервые свою продукцию представляет СИП «Экохим». Компания на рынке 20 лет. Химические, чистящие, дезинфицирующие средства производят в Омске и подмосковном Щелково. Посуда, предметы интерьера, картины. Художник из Санкт-Петербурга Ирина Воронина привезла в Одинцово свои работы. Приобщиться к прекрасному и приобрести товары отечественного производства можно до 22 августа. А уже 24-го организаторы приглашают на традиционную ярмарку «Модная осень». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».